старинных русских сказках всегда были бродяги. Они стучали в двери и в равенство все верили, ведь сердце Бога место для каждого известно, ведь сердце Бога счастье каждому данное. И даже больше сказывали, как Иисуса бродягу показывали, проверяя паствы душу, он ищет самых радушных, отзывчивых и добрых, сострадающих бездомным, праведников истинных, без которых в жизни нет смысла.